Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Аннино. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Станция Аннино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Академика Янгеля. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция – улица Академика Янгеля. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пражская. Станция Пражская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Южная. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Южная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чертановская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Чертановская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Севастопольская. Станция Севастопольская. Для строительства большой кольцевой линии Каховская линия закрыта. Пользуйтесь автобусами КМ и наземным транспортом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нахимовский проспект. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Станция Нахимовский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагорная. Станция Нагорная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагатинская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Нагатинская. Наземный переход на станцию Верхние Котлы Московского Центрального Кольца. Выход к железнодорожной платформе Нагатинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тульская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Тульская. Выход к железнодорожной платформе Тульская. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Серпуховская. Станция Серпуховская. Переход на станцию Добрынинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Полянка. Станция Полянка. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Боровицкая. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Станция Боровицкая. Переход на станции Библиотека имени Ленина, Арбатская и Александровский сад. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чеховская. Станция Чеховская. Переход на станции Пушкинская и Тверская. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Цветной бульвар. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Цветной бульвар. Переход на станцию Трубная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Менделеевская. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Менделеевская. Переход на станцию Новослободская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Савеловская. Станция Савеловская. Переход на большую кольцевую линию. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Дмитровская. Станция Дмитровская. Выход к железнодорожной платформе Дмитровская, второй диаметр. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тимирязевская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Тимирязевская. Выход к железнодорожной платформе Тимирязевская, первый диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровско-Разумовская. Платформа справа. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Станция Петровско-Разумовская, платформа справа. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию,
Выход к железнодорожной платформе Петровско-Разумовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Владыкино. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Владыкино. Переход на станцию Владыкино Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Отрадная. Станция Отрадная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Биберево. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Биберево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Алтуфьево. Станция Алтуфьево. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Биберево. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Станция Биберево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Отрадная. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Отрадная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Владыкино. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Владыкино. Переход на станцию Владыкино Московского центрального кольца. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровско-Разумовская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Петровско-Разумовская. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию. Выход к железнодорожной платформе Петровско-Разумовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тимирязевская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Тимирязевская. Выход к железнодорожной платформе Тимирязевская. Первый диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Дмитровская. Станция Дмитровская. Выход к железнодорожной платформе Дмитровская. Второй диаметр. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Савеловская. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Станция Савеловская. Переход на большую кольцевую линию. Выход к Савеловскому вокзалу. Первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Менделеевская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Менделеевская. Переход на станцию Новослободская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Цветной бульвар. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Цветной бульвар. Переход на станцию Трубная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чеховская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Чеховская. Переход на станции Тверская и Пушкинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Боровицкая. Будьте осторожны, выходя из вагона. Станция Боровицкая. Переход на станции Библиотека имени Ленина, Арбатская и Александровский сад. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Полянка. Станция Полянка. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Серпуховская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Серпуховская. Переход на станцию Добрынинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тульская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция Тульская. Выход к железнодорожной платформе Тульская. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагатинская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Нагатинская. Наземный переход на станцию Верхние Котлы Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Нагатинская.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагорная. Станция Нагорная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нахимовский проспект. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Нахимовский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Севастопольская. Станция Севастопольская. Для строительства большой кольцевой линии Каховская линия закрыта. Пользуйтесь автобусами КМ и наземным транспортом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чертановская. Станция Чертановская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Южная. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Станция Южная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пражская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Пражская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица Академика Янгеля. Ношение масок во время поездки по-прежнему обязательно. Станция улица Академика Янгеля. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Аннино. Станция Аннино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – бульвар Дмитрия Донского. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Станция «Бульвар Дмитрия Донского», конечная. Переход на станцию улица Старокачаловская. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.